Значит, по этому уровню ты не берешь. Так вы играть начинаете опять. Так, со скамейки встали на него. Ну, определи. Левая, правая, это отодвинуть. Не такая будет. Отодвинули за стол. Как он тебе? Идея, которую Мировичка давал, уже нет. Уже не все. Знаешь, а вот у него недисциплинированность откуда идет? На. Сделай. Чтобы стояла рядом. Креститься может справа, на левую. Левая на левую. Так. Значит, сегодня у нас понедельник. Маленько там задержусь. Разберусь. Так. А где женский пол? Что, позвать? Дарья, сюда. Дарья. Вчера тут была у нас авария. Не разбирать, как говорится, полеты, а то повторить. Существует инструкция. В тумане самолет не поднимается. Пассажиры требуют. Чем мы будем сидеть-то? Аэродром свободный. А в это время на посадку идет самый большой Боинг. И этот. Это не 2 человека, а 750. Самая крупная в мире авария. Они разгоняются, а тот садится. И в это время они ударят друг от друга. Пожар и ничего нету. А всего ничего, только переждать туман. Я жил около железной дороги. И идут поезда грузовые. А там дальше пассажирские. А грузовые именно тут перед красным останавливаются. Но те, которые замыслили это, мысль была правильная, но они не посмотрели дальше. Поезда везут все. Там целые вагоны арбузов. Бывают там холодильники, ковры. Они останавливаются, а наблюдателей нет. И в это время идет такой грабеж. Открывают, срывают огромные ножницы. Все там, проволочка закрыта. Все полетело. Я иду на работу. Рядом работаю. У меня 2 собаки. Я занимаюсь в уголовном розыске. Собаки не то, что как сейчас шарик. Такая восточноевропейская, сейчас немецкая называется порода. Я им дал команду сидеть, а они меня узнали. Я сказал, немедленно погрузить обратно в вагон и все. Собаки ушами шевелят. Они послушали, человека 4 было. Никого нигде не было. Я с них взял слово, что их больше здесь не будет. Воровать не будут. А я не скажу про них. И уже утром я только проснулся, с работы пришел, отдохнул. В это время полиция, милиция была, ждут так. Говорят, ну такое было. Было. Кто был? Это ваша обязанность, ловить, не моя. Их нету здесь. Они дали мне слово, я не могу нарушить. Они нарушат слово, я выпаду тогда. Их больше не было. И у меня есть колокол, кто желает, я покажу. 1774 год. Что-то церковное везли, и там большие такие вот восп налитые, круги. И они мне принесли преступники. Там выкопали из грязи, подарили мне колокол. Видите, как получается? Происхождение колокола очень необычное. Где-то опрокинулась машина, а перед этим вот что еще было. Как обращаться с ворами? По-разному. Я на одной стороне, а сарай у меня на другой. Я привез, сударь вывалил. Смотрю в окно, а сам печатаю. Там знакомый, у него дети, уже зима наступает. И он берет у меня уголь из-за этого и озирается. Возьмет, ведерко-то сбегает, я не выдержал. Потихоньку подошел, поздоровался, Демидов. Я говорю, вот у тебя угля нету. Да ты не воруешь, я тебе дал столько. Так, бери сколько тебе надо, а я тебе приведу еще. Я одним махом сделал его другом. И что интересно, сколько мне не дослали, я написал положение на железной дороге. Тогда многие газеты меня печатали. Мне заплатили столько, сколько я потерял на угле. Такую же самую сумму. Они не знали, но так получилось. Я поэтому вижу, что в этом промысел. Промысел Божий. Вот вчера была авария.
Авария заключается в следующем. Наши сестры моют. Сколько раз говорил, на скамейку ничего не ставит, она шатается. Стоял на скамейке? На скамейке. Этот отрок и все. Он идет к ним мыть ложки. Ну, какой мыть ложки? Ну, сам-то слушал. И, конечно, как он ее зацепил и вот сюда прокидывает. Для нас это трагедия. Пол промокает, мы его теряем, он весь сгнивает. Вентиляции настоящей нету. На кухне не досмотрели, сгнили, заржавели даже гвозди. Гвозди в пепел превратили. Так, я без наказания оставить не могу это дело. Есть такая поговорка, клином клин вышибается. С сегодняшнего дня здесь не моют ни одной ложки. На улице или там, где большой бак, я называю шлюм, есть. Или здесь. И на каждый раз, когда будут, чтобы он там был. Сна нету, разбуди, ложки пусто моет. То есть он это сделал, ему это нравится, я ему это дарю. Но только там на улице. Вы думали, какое наказание будет? А вот такое наказание дать, чтобы он был удовлетворен, мать не обиженная, и мы спасли пол. Все здесь. И все его не понимает, но он поймет. Ты все его уронил здесь, язык не высовывай, скажи ему, не надо. Значит, Дарья, тебе задание. Не надо, чтобы они не мыли без него. Отмыл, может отдыхать. Согласны? Все, видите, как легко, легко добивается. Так, сестры, не знаю, там нести надо или нет? Три. Сюда. Иду. Узнай там на кухне сейчас. На кухне узнай, нести надо или нет, Катерина. Это плохо, что все горящее. Надо быть очень внимательным и обжечься. Когда две чашки было бы, с одной другой по молитву, объем больше, быстрее было. Так, сегодня задание. Вот это, что есть, здание, хозяин Владимир Александрович Пащенко. Там картошка, он опоздал, дожди, позадили очень проросшую, и она тут растет. Сразу всякую работу прекратить, ну, если которые там насаживали, насаживаете, этого я не знаю, куда его, там берется кто-то, вы его научите гвозди выправлять, без вас обойдемся, туда я его не запущу, переломаю все. Она быстро зашла и стоит, не сломать картошку и вырвать руками, не тяпкой, она легко вырывается, чтобы корней там не осталось. Так, кто готов здесь быть? Поднимите руки. Рядом, вот здесь прямо. Так, раз. Два, три, четыре. Так. Вы что-то занимаетесь, что-то у вас нужно делать? Ну тогда делайте, пишите. Я там у Володи на луге я. Орел лук. Я хотел стеллаж сделать, Владимир, он не против. Вот здесь. Но это как вы благословите? Что сделать? Стеллаж для хранения. Вот здесь вот, при входе. Делайте. Николай, скажи, что я сказал. Он лук. Валерия лук там выдирает. Я где-то знаю. Я его знаю. Я знаком. Так, остальные туда вам просят работу. Прямо мне пишет вот парень такой-то где-то. Мне не нравится, что вы вот утром сейчас пойдете, переобуться надо. От солнечного удара по сапогам ваши ноги будут болеть. Наденьте что-нибудь. Можно быть босиком. Но тут комарик укусит. И мы вот здесь вот совсем коротенький огород-то. Туда-сюда мы его можем быстро сделать. Я ползаю, приду. Мешок по ноги. Я не могу склоняться. У меня операция была, еще две грыжи от тяжести. Мне лишний поклон не сделать. Но все равно добился, кланяюсь. И здесь я на мешке ползу. Вот мешки где-то здесь это есть. Полиэтиленовые. Сколько раз говорю, на солнце не оставлять. Один день они пролежали, ну, незаметно. Зимой они все разваливаются. Это особый заказ был у ООН, кажется, того он сделали. Потому что дно океана стало покрываться огромным слоем того, что не гниет. Значит, включить какие-то элементы, чтобы оно все сгнивало. Ну, поэтому мы мешки бережем, чтобы на солнце они не попадали. Не оставлять нигде. Так что... Мне на полчаса примерно, на полчаса для диагностики машины маленькой, да. Нивы,
нужен Сергей и Андрей на полчаса. А почему двое? Ну потому что, чтобы понять причину, почему она сломалась и что. И насколько это? Полчаса. Так, слышали? Там... Андрей, Сергей. Вы никаких мер не предпринимаете, когда не знаете. Сегодня гляжу, вытащил вот, а я не знаю, как жужжалка косить. Бегают рядом ребятишки, включили, ты мрень-то, соображай, что ты делаешь. Это же тюрьма. Ну ребенок, что он знает? Он выбегает и прямо среди толпы, считай, рядом около рукомойника включают. Вы что делаете? Без моего ведома больше к этому инструменту не прикасаться. Я не подходил к нему. Я с тобой разговариваю, Сергей. Не отворачивайся. Ну, же маленько тащи. Ну, резанул его, дальше что? А это такая сила, она ему руку отсечет. А что тебя возьмешь-то, таракан? Еще нету. Не позволяйте себе больничать. Техника закрытая. Отнимите что-то у нее, чтобы у нее не прикасались к ней, что она не рабочая. Среди народа это жужжит, который траву пустит. Кто-то косу сегодня взял, и вы косу сломаете, здесь деревяшки. Косить надо там, где ничего нет. Тоже без разрешения. Кто косил сегодня? Неправильно. Здесь везде лежат доски там под травой. Вы мне ударили, она согнулась, а больше ничего нет. Совет. Без совета дело расстроится, а при советах многих оно состоится. Соломон знал еще. Я же бываю здесь, ни слова. Только ушел столько энергии, столько самостоятельности. Ну куда посадят, это написать. Люди не подумают, что нормальные люди это делают. Очень опасное занятие есть. То, что угрожает где-то. Вот который косит, у него даже надевается там как в виде очков, потому что она режет, и она бросает во все стороны. Так, кому запрещает здоровье ползать по огороду, траву вырывать? Противоречий нет? Восстанавливать здоровье. Нет, значит, займитесь этим отроком, чтобы он был занят. Не будет работать, за стол больше он не сядет. Кто не работает, тот не ест. Это лживая установка коммуниста. В Библии говорится, кто не хочет труд, нравственность, тот занят. То есть ты сам реши. Обед нравится, а его кто-то что-то. Вот. Это нам помощь такая, лапша, все помогает. А остальное мы покупаем. Дядя Вова не получает ни пенсии, ни заработка. А у меня минимальная пенсия бомжа. Мне не давали работать. Нигде. Вот освободились, у нас был майор Винц в Барнауле, уже дороже конца дела. И у него задача была устроить на работу пришедших и заключенных, чтобы они не болтали. Всех устроил, меня не может. Один день мы обошли 18 предприятий. Там на край поставил. Годы советской власти. Когда закончите, выйдите сюда. Да, да, сейчас я скажу. Что получилось? В одном месте он меня устроил. Какая-то работа, а я прораб, я могу стройку, любое дело делают. Во вторую смену я прихожу, только зашел в ограду, а у них отдел кадров во втором этаже. Кричат, а ну иди сюда. Я подошел, они в окно мои трудовую выкинули. Баптист, с дороги уйди, чтоб его здесь духу не было. А если 3 дня не работаешь, статья, то не я отступ. До 3 лет. Хоть криком кричи. И тогда они придумали, надо следить за мной. Они меня устраивают, мне ведомственная охрана того района, где живу. А охране еще он получает. И поэтому у меня минимальная. Я возвращаюсь сейчас, я не получаю пока, но я здесь 4 месяца, Володя 6, и получает за меня человек деньги, я сразу люблю пополам. Он-то нигде не получает. Мы делим это каждый год. Но мы голодные не бываем. Нас Господь любит. Нынче вот мы специально ездили, одна женщина, вот как Бог делает. Вот заметьте, у Бога как все связано. Так, все, не срочно, выгодно. Я голубями занимаюсь всю жизнь. Ну, люблю. Один написал статью, говорит, а вы знаете, все-таки слабость есть, голубей любит. Ну и получается так. Я сижу на приеме у директора ликероводочного завода Пальтарля Роберт Робертович. И, наконец, я к нему добиваюсь проходить, а он помогает. Бывают такие свободные посудины, и спирту, бывает, до литра дает.
ребенка помазать-то бывает простыл или что-то, но Бог никто не берет. И сидит рядом человек, ему рассказывает. Бог голубей достал, говорит, там краснодарские, хорошие. Но самец улетел. Я прислушался, говорю, а какой он себе там коричневый такой темный? Я говорю, а объем, он меньше этого. Я говорю, ко мне один недавно один прилетел, уже женился. Да вы что, вы покажете? Покажу. Ну, получается, в это знакомство первое с ним было. Он когда посмотрел, да, это мой голубь. Я говорю, я тебе его не отдам, никак. Да у меня таких голубей, вот, я тебе 4 дам голубя. А сыновья высокие, ростом, русоволосые такие. И они все пришли, голубей принесли, я ему отдам. Отдал, недели две прошел, он опять прилетел. Прилетел, он женился. Я первый раз увидел после разлуки, как голуби. Она голубу склонила, он ее там клювом по голове это целует где. Голубя, и что? И третий раз он улетел. Но через него я познакомился с одной женщиной. Он узнал, что я в начале детского лагеря. Не знаю, в продуктах, а я там езжу, кто-то даст ведро муки. И он меня познакомил с таким человеком, о котором мы каждое утро молимся. Елена. Она занимает высокий пост, и у нее достаток. Я, наверное, только 2 раза видел. И каждый год по интернету я к секретарю, она говорит, напишите и пошлите. Вот заметьте, я пишу. Мне нужно 12 мешков муки первого сорта по 50 килограмм. Вермишель 120 килограмм. Масло растительное 180. Сахар 120. Я целый реестр. Это все будет. Однажды приезжают, они разгрузили и грузят фляги. Фляга 38 литров. Под пломбом. Я говорю, что это? А это мед. Откуда? С пасеки. А зачем привезли? Она сказала вам. Как? 4 фляги полных меда мне? Да. Я никак. Но она сказала, туда отдал. Ну, тогда я одну выставил на арену, там разбирать стали есть. Одна наполовину еще целая. Но ее повысили. Она уехала в прошлом году. Это лет 15 она помогала. И нынче она сама меня нашла. Секретарю сказала, чтобы я сделал заказ. Я специально поехал. Полный заказ выполнили. Полный. Сколько вермишелей, рожек. Там ну, разное, что такое есть. И мы привезли. И я к чему говорю? Вот это что? Есть, это бесплатно. Вчера мед кто покупали, я говорил, я прошу никого не угощайте медом. Это лекарство. Вы купили, вы хозяин. Другой любит, покупай. Дальше молочное мы здесь покупаем, тоже платим деньги. Кто может что-то там приложить к этому? Я вот простоквашу из этого говорю, тоже вот облагаюсь. Сметана бывает. Ну, я стараюсь не брать, у меня денег нет на это. Творог, яйца берут. Это, за это мы платим. А кому платить-то? Минимальная пенсия на двоих. Поэтому кто что может на это, а мне надо больше, закажи. Нигде ни с кем не разговаривайте. А тут специально вам будет дан человек сопроводить, где берут. У нас правила такие, поэтому мы всегда стараемся обезопасить. Так, ухватили это? Мед покупается, и каждый сам свое ест. Ничего особенного нет, потому что это свои деньги. Вы вчера видели. Я ходил и побуждал. Бери, бери, да я взял. Другой, я взял. Вот здесь был Виталий Калиников. Какая посудина была, 55 килограмм в день. И как он сел, это в пояс ему, он в Омске. Так и было. Вот так. Вопросы? Все понятно. После еды никаких отдыхов. Сразу идем, где туалет мужской, там картошка, не топтать ее. Ну, Владимир, может, скажет что-то. Я буду здесь же. Я поползу в мешок под ногами, под коленками. И рукавички кому надо. Дядя Вова может дать. Вы видели маленький такой ролик «Дядя Вова, мы с тобой»? Не видели? С Путиным? Там кадеты какие-то. И одна женщина, депутат Думы государственной, она ими руководит. И они все поют. Мы пойдем в последний бой. Дядя Вова, мы с тобой. А там стоит, так, меня фуражка наплывает. И тоже «Дядя Вова, мы с тобой». Ну, понятно, о ком речь идет. Какой дядя Вова? И там показывают у России, кто там, это армия, как они идут. Просто интересно, его надо
заказать этот ролик. Вот так называется, дядя Вова, мы с тобой. А у Толи Антонов, фамилия или как, ему какую-то награду дали. И он сыном поет это. На газале бы никогда не делали, тем более женщины. Так, у нас... Так, что нужно сейчас? Одну минуту. Да. Одну минуту. Так, отмотрок, это его мама. Иди еще, Вячеслав. Вячеслав вчера увидел то, что он делал. Екатерина видела. Чему учить детей? Вслух говорить нельзя. То есть одним словом разобраться. Я не могу не скрыть это никак, потому что сам замечал что-то подобное, у него как не слышат. Не безнадежный, можно еще с ним заниматься, но видно, что требуется эта крепкая рука. Я попрошу помолиться. Как тебя звать, Андрей? Я попрошу встать на местах, помолимся. Он попадает в тяжелые сети разврата, в буквальном смысле, физиологически. Вячеслав, зайди сюда, помолись. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господь наш Иисус Христос, Пречистый наш Бог и Спаситель и Искупитель, Ты знаешь все наши грехи, Ты создал нас из ничего. Ты дал нам быть образом Твоим и дал нам жизнь, чтобы мы уподобились Тебе. Во всей Твоей чистоте Ты сказал, будьте святы, как и я свят. Господи, и посмотри на отрока этого. Освободи его, очисти и родителей его, и всех, кто с ним взаимодействует. Дай ему страх Божий перед Тобою, дабы он жил и своей жизнью послужил только Тебе. Ты знаешь, Господи, его настоящее и будущее. И Ты любишь его, и мы его любим. Господи, помоги ему. Тебе, Боже, слава. Слава, честь и поклонение. Отец, Сын и Дух Святой. Господи, услыши наши молитвы и прими воздеяние рук, как наши жертвы вечерние. Вступи за этого отрока и схити его из уст дьявола, который принимает вид ангела света. Тебе, Боже, слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Андрей, я тебя никак не наказываю. Садись, молись и имей стыд и срам Божий. Мама, свободна. Садись за стол. Поворачивайтесь.